Это чё за дичь? Тише. Вот. Что? Получились, я тебя забрал, это раза! Treasure Hunter статрек! Кирабидол! Диглоу Рейд! Диглоу Рейд в аккаунте! Я просто в шоках! Я просто прикол написал, что меня через стенку сможет замочить или нет, он меня взял и замочил. Да блин! Диглоу Рейд! Разраб! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и я не просто так нахожусь на клане Аксель Болт, потому что прямо сейчас я буду играть дуэль против самого настоящего разработчика. И это будет необычная дуэль, потому что в этой дуэли он покажет свои секретные админские возможности. И прямо сегодня мы также узнаем, сколько же стоит аккаунт самого настоящего разработчика и какие скины на нем есть. Поверьте, вы будете очень удивлены. Поэтому, ребята, прожмите лайк за это, то, что это будет дуэль с настоящим разработчиком, это не софт. Вот он, обратите внимание, он уже есть у меня в друзьях. Прямо сейчас он меня приглашает в каточку, и мы начинаем с ним играть. Как же это круто! Он уже со мной в лобби! Клан Аксель Болт! Чекайте его ник, дуэльтиска голды. Все, давайте, пацаны, я запускаю и погнали. Самое главное, чтобы у нас запустилась каточка. Так, каточка запускается. Пожалуйста, лишь бы я не вылетел. Я не вылетаю! Я не вылетел! Просто, чтобы вы понимали, я до этого с ним пытался записать видео примерно месяц назад. У меня не получилось, потому что у него была какая-то другая версия стендофа. Ну что же, пацаны, это будет максимально жестко. Давайте вначале посмотрим, какие же у него скины. Я просто в шоках. Так, давайте смотреть, что там у него по скинам. Братик, брать. Это чё за дичь? Братик, ё-моё, мам, обалдеть. Давайте я напишу, покажи скины. Так, ну чё? Братик, скины покажи, пожи. Я знаю то, что у разработчика очень дорогие скины. У меня киргол! Вы это видели? Так, давайте напишу, продли разминку. Брат, продли разминку. Я хочу посмотреть твои скины. 5. Пожалуйста, продли разминку, продли, продли. О, он продлил. У него диглоу рейд. У разработчика. Обалдеть. Я просто в шоках. Давайте я напишу. Дай посмотреть. Я прямо сейчас буду смотреть. Разработчика. Я просто не верю своим глазам. Пацаны, как же это круто. Нет, за это реально надо поставить лайк и подписаться на мой канал. Это просто имбулечка. Он летает. Он реально летает. Ты чё, мужик? Давайте я напишу ему. Скинь дигл. Ничего себе. Обалдеть, а ну-ка. Gold School! У разработчика на Диглоу Рейд наклеен один Gold School. И это реально не софт, это настоящий разработчик, клан Аксель Болт. Как же это круто, это прям лютая имба, братик, от души. Он опять на разминку продлил, давайте я напишу. Покажи АВМ. Давайте посмотрим, какой у него АВМ. Давайте я его замочу. Я не знаю, мне можно мочить разработчика или нет? Меня за это не забанят. Так, внимательно смотрим. АВМ! Ты что, дорогулечка, ты моя? А ну сюда на базу. Слушай, ну АВМ у него хоть и без наклеек, но тем не менее очень-таки крутой. Давайте я напишу. Покажи АКР, бро. И, пожалуйста, не надо в комментариях писать, что это софт. Это реально настоящий разработчик. Я понимаю, что вы еще в шоке не меньше, чем я. Но да, я дружу с разработчиком, бывает такое. Эй, а ну-ка. Ноузум сделаю. Ноузум против разработчика. Ничего, он улетел. Так, братик, на базу, АКРчик. АКР? Да ну, брат, ну что это за КР для бедных? Ё-моё. Сюда на базу. АКР 12-3. Вот стоит 3 колдишки. Ну, типа, я бы не сказал, что прям супер дорого. Он пишет, сейчас зайду, кое-что сделать надо. Напишу, окей. АКР! У него есть АКР. Слушайте, если я сейчас замучу разработчика, жбан не получу. АКР! А чё АКР ты не выпал? Блин, но пока разработчик сейчас, наверное, решает какие-то свои важные дела, потому что, пацаны, я его немножко отвлек от работы, я могу посмотреть на его замечательный и прекрасный Диглоу Рейд. Ай-яй-яй, шишечка-то привстала. Блин, уже не могу. Так, ну все, мы сейчас ждем, он же, по идее, должен зайти. Все, ждем. Все, ништяк! Разработчик зашел, опять сделал разминку. Да блин, ну уже надоелся, давай мне вообще разминкой. Давайте напишу. Покажи АКР и гоу играть. Ну, а играть мы, ребята, будем, знаете на что? Читайте ник разработчика. Просто прочитайте ник разработчика. Я не шучу, это реально разраб. Ха-ха!
Ну, короче, вы поняли. Что? Чё за дичь? Он невидимый! Подождите. Я тебя не вижу. А чё это за ерунда? А как мы дуэль-то играть будем? Дядь! Я, конечно, многое видел. Ну, чё это за дичь? Посмотрите. Я жду переключения команды соперников. Идет разминка. И время 0-0 секунд. И разработчик летает. А ну сюда, Кэрчик, на базу. Ничего себе. Ну а Кэр в разрабы дефолтный. Все, давайте напишу. Играем. Играем. Ничего, а как мне с ним играть дуэли? Разработчик-то летающий. Он разминку отменил. Все, первый раунд, первый раунд. Пошла игра, пошла, жара по трубам. И прямо сейчас. О, а что у меня 10к? Это поняли, это не кастомка. У меня 10к на палике. Так, давайте я возьму так хаешки, флешки, дымовухи, слепухи, чисто все, что есть. И сейчас буду просто по разрабу кидать. Как же это жестко, вы даже не представляете. А где он? А где? Подорвал, подорвал. Чекайте. Он тут. Чего? Ты че, разработчик? Блин! Ну, первый раунд за мной. Давайте я напишу. А, можешь меня через стенку? Ахаха. Он пишет, ах, так, окей. Так, кажись, я разозлил разработчика. Давайте ради интереса проверим, может ли разработчик как софт мочить через стенки. Как думаете? Я ему написал, замочи меня через стенку. Так, ну пока вроде не мочит. А может, он не умеет через стенку мочить. Ну, мало ли нет такой админской команды, чтобы через стенки стрелять. Так, ну ладно, пацаны, погнали. Блин, а что будет, если у разработчика попросить голды? Как думаете, он даст или нет? Тише. Вот. Что? Это нечестно! Я, конечно, такого вообще не ожидал никак! Я просто по приколу написал, что он меня через стенку сможет замочить или нет, он меня взял и замочил. Да блин! Тига урейд! Разраб! Стоп, давайте я напишу. Сделай минус раунд, плиз. А он сможет такой минус раунд сделать? Чтобы счет был 1-1. Как думаете, он сможет или нет? Так, счет 2-1. Я попросил разработчика, чтобы он сделал минус раунд. Сможет ли он сделать минус раунд или нет, как думаете? А ну-ка, мы ждем. Мы ждем. Пожалуйста, разраб, мы верим в тебя. Ну я просто не знаю, что разработчик может, что нет. Я его просто прошу, может ли он сделать минус раунд. Если он сделает минус раунд, я просто буду в шоках. Да просто челюха вылетит. Да это не минус раунд! Ай-яй-яй-яй-яй, чё? Голдишечка нужна, да? А ты не знаешь, где получить, братанчик? Конечно же, на булдропчике, потому что булдроп это топовый дроп, поэтому если хочешь себе такой же инвентарь, как у меня, залетай на булдропчик, тем более там добавили новые крутые контракты. Ты посмотри, что падает, челюха летает в моменте. Ну и конечно же, хотел бы вам подарить небольшой подарочек. Прямо сейчас над моей башкой ты видишь секретное слово. Ты уводишь и забираешь свой приз. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Это нечестно! Напишу. Алло, чё закидал его? Подари, плиз, один раунд, так. Ну подари мне раунд, ну камон. Он подарил. Вы это видели? Он мне подарил раунд. Давайте напишу. Давай играем на всю силу. Ток без прострелов. Нет, только давай без прострелов. А то я знаю этого разработчика. Чем опять через всю карту мочканет. Не, все. Вам же всем тоже интересно посмотреть. А как играет разработчик на самом деле? Является ли разработчик киберкотлетой? Или мало ли разработчик кибернуб? Так, все, аккуратненько. Аккуратненько идем. Блин, чё за дичь? Ну все, разраб, ну ты напросился, все, я играю на всю силу. Блин, мне кажется, разработчик включил какую-то дичь, потому что он видит, где я нахожусь. Может, не знаю, может, какой-то радар какой-то включил в себе. Ну как он по мне так попал? Это разраб! Это, чтобы понимали, это инстаф, он занимает... Да блин, да это нечестная дуэль! Он через стенки стреляет! Чё за дичь? Это вообще нечестно! Без прострелов. Не, ну реально, давай без прострелов. Ну... Мать, у тебя женщина! Сейчас, если он взлетит, его мочкану. А чего он не прыгает? Он тут. Да блин! Да это нечестно! Ага, патроны закончились, забыла. Блин, он через стенки может стрелять. Да! Хедшот, имба! Так, а что у меня там было? Один голурейт, можно я подобрать? Стоп. Блин, я братемку подобрал. Так, счет 3-4. Найсик. Нормально! Я бы сказал бы даже хорошо, потому что я потихонечку камбэчу. Так, что же он сделает сейчас? А давайте я ему по приколу напишу. А ты можешь летать? Слушай, было бы прикольно. А может ли разработчик летать, как вы думаете?
Блин, у меня такое ощущение, что он сзади и нахожусь. Он пишет, нет, летать не может. Ну, сейчас он подпрыгнет ему габелу. Я ему отвечаю. Да откуда ты знаешь, где нахожусь? Да откуда инфа? Нет, да блин. О, ты куда инфа? Алло. Да это нереально. Разработчик, походу, с какими-то программками пользуется. Я не знаю, ну как он узнал, что я нахожусь тут? Напишу, го без этого, бро. Все, поехали. Не, ну реально, ну тяжело играть. Да это нереально, он мне уже надоел. Он каждый раз знает, где я нахожусь. Ну-ка мне играть с ним так дуэльку-то. Ладно, окей, я сейчас запотею. Пожалуйста, я попросил, чтобы он, ну, не смотрел через стенки. Он смотрит через стенки, он меня таким образом мочит. Ну я синпень, мне будет габелла, если он через стенки будет смотреть. Так, все, давайте, вот я не топаю. Максимально аккуратненько, слушаю его шаги. Тактика пиксель. Да это нереально! Ну, давайте я пишу. Дай мне 2 раунда. Решающий раунд. Он мне дал 2 раунда! Все, пацаны, я максимально запотел. Просто максимально запотел. Сейчас надо тащить разраба. Надо его тащить. Да! 6-7! Имба! А мало ли вдруг я прямо сейчас откомпечу и выиграю разработчика. Это было бы прям максимально круто, я вам отвечаю. Так, все, поехали. Фух, я максимально буду... Слушай, может я запрячусь в ребрах? Разочек. Тише, Тёмка. Не, в Тёмке его нету. В Тёмке его нету. А где он? Уважаемый разработчик, вы где? Давайте. Сейчас мало ли он головку высунет, и его замочу. Я даже возьму АКР разработчика, счет 7-7. Прямо сейчас будет решающий раунд. И мы узнаем, кто же будет сильнейшим. Кента ПК или разраб. Самое главное, чтобы он сейчас не включил возможность смотреть через стенки. Иначе мне габелла. Все, поехали. Максимально аккуратно. Надо разработчика вынести. Да! Я выиграл разраба! Да! Большое спасибо разработчику, то, что он согласился показать свои сверхвозможности. Блин, я просто его обожаю. Спасибо тебе большое. Разраб пишет, я играю на 10к голды, куда выставлять? Бро, с тебя 10к голды. Надо отдавать. Блин, а прикинь, еще разраб отдаст 10к голды. Не, ну ему, короче, нельзя выставлять скины на рынок. То есть, ну поверьте мне, это реально настоящий разраб. Это не софт. Вот прям очко мамонта ставлю. Но был бы очень прикольно, если бы можно было бы. Могу только дать бан на 10 часов. Ахаха. А можешь дать бан на 1 минуту? Меня разработчик хотел забанить. Но он сказал, что бан минимум от 1 дня. Я думал, можно на минуту дать. Не, мне такое не надо. Мне еще сегодня видео снимать другие, а он меня забанить на целый день хочет. И прямо сегодня мы также узнаем, сколько же стоит аккаунт самого настоящего разработчика и какие скины на нем есть. Поверьте, вы будете очень удивлены. Ну что же, а прямо сейчас мы посмотрим, что же с аккаунтом разработчика. Давайте внимательно смотреть. Я его просил, чтобы мне скинул видосик своего аккаунта. И это не приватка, это реально аккаунт разработчика. Посмотрите, 0 голды. Я в шоке. Там точки Harmony были, там Harmony были. А ну-ка еще раз. Вот Harmony. Сколько же тут ножей? Это просто самый дорогой аккаунт в истории стендофа. Он по-любому стоит дороже 1 миллиона. Я думаю, стоит 1,2 миллиона. Ничего себе. Да на его аккаунте есть абсолютно все ножи. Так, ребятки, давайте так. Кто посчитает, сколько на его аккаунте всего ножей, получает лично от меня 2000 голдишки. Вот сколько ножей, посчитайте. Потому что я не знаю, прям слишком тяжело считать. Ничего себе, сказал я себе. Как же много аркан. Тут есть абсолютно все арканы, есть абсолютно все скины. А мне вот интересно, а Диголов Рей тут реально есть или нет? Ничего себе, сколько же тут скинов. Зачем тебе так много скинов? И самое интересное, что это все скины с надписью New. То есть это не его инвентарь, это просто скины, которые, как я понимаю, ему выдали, и все, он на них даже ни разу не нажимал. Давайте посмотрим прямо сейчас на его инвентарь. О, инвентарь! Это инвентарь разработчика, самый настоящий! АКР, Treasure Hunter, Star Trek, Керамид Голд, Диголоурей! Диголоурей, ты в аккаунте! Я просто в шоках! Вы когда-либо могли подумать, что аккаунт разработчика будет насколько крутым? Сколько же тут всяких скинов? Единственное, не понимаю, зачем он применил Desert Eagle Винатор за КТ. Если я бы на месте применил бы Aureate с 2 сторон. И я не понимаю, а почему у него только один Gold Skull тут, а не 4. И наклейка Metal Red. Она же стоит сейчас 500 000 голдишки. М4 Апаладин, он стоит, если не ошибаюсь, 50к голды. Ничего себе, вот это аккаунт, так аккаунт. Просто прикинь, насколько же это эксклюзивное видео, то что разработчик согласился показать свой аккаунт. У него еще есть Хэллоуинский пак на аккаунте. Куча разных графики, куча
чем всего? Ничего себе. Блин, а вдруг он еще хелпак откроет? Я просто, я говорю, я не смотрел это видео до конца. Я его смотрю впервые, так же, как и вы. Вдруг он еще хелпак откроет. Разраб, он еще хелпак откроет. Он еще хелпак откроет. Разработчик открыл хелпак. Я просто в шоке. Ну, что я могу сказать? Что мне падает какаха, что разработчику? Ну и если вы, ребята, хотите увидеть полное видео всех секретных скинов разработчика, переходите ко мне в телеграмчик, там будет фул. Отвечаю, у вас просто отлетит челюха. Жду всех ТГ. Все, почти, всех обнял, всем пока-пока.